Праздничное оформление «Химок» к Новому году признали одним из лучших в Подмосковье. Список победителей огласили в Главном управлении информационной политики Московской области. С начала декабря в городском округе новогодняя иллюминация появилась в парках, скверах, на улицах, а также торговых объектах, домах, фонтанах. Павел Ивашкин каждый вечер гуляет с собакой Ричи в сквере «Юбилейный». Украшением города в этом году доволен. Вот здесь деревья у нас зажигаются красивыми огоньками. Всегда приятно выйти вечером, мы часто вечером гуляем. Поэтому, конечно, ночное освещение приятно. Всего около 50 тысяч огней украсили Химки этой зимой. Кроме того, на улицах округа появилось около 350 световых панно.